Лосев Владимир Федорович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры ортопедической стоматологии Московского областного научно-исследовательского клинического института, главный врач клиники Немецкий центр имплантации на Кутузовском. На нашем ближайшем симпозиуме в Санкт-Петербурге я планирую посвятить свою лекцию теме цифровой гнатографии в ортопедической стоматологии, поскольку не секрет, что тема определения соотношения челюстей является одной из основных в современной стоматологии на протяжении последних лет. В ортопедической и ортодонтической стоматологиях она является, пожалуй, наиболее актуальной. И среди имеющихся подходов мы чаще всего используем наряду с гнатологией нейромышечную стоматологию, поскольку этот подход зарекомендовал себя как наиболее успешно применяемый при диагностике и лечении различных патологий окклюзии. И именно определенным опытом в работе с данной методикой я хотел бы поделиться. Начиная с 2004 года, все симпозиумы Мегастом, помимо безусловно научного направления, имеют чисто прикладное, практическое направление, поскольку для того, чтобы разбираться во всех нюансах имплантологии, необходимо быть и хирургом, и ортопедом. Поэтому врачи-имплантологи, как хирурги, так и ортопеды, однозначно найдут много интересного на данном симпозиуме. Все лекторы и все темы симпозиума рассчитаны на то, что данные знания, полученные в ходе данного мероприятия, вы сможете применить на практике. Главным отличием и преимуществом нашего симпозиума по сравнению с большинством подобных мероприятий является то, что мы на протяжении уже десятков лет сотрудничаем со многими западными докторами. И сотрудничество это в первую очередь выражается в обмене опытом. Мы совместно смотрим многих наших пациентов, мы совместно посещаем ведущие стоматологические мировые мероприятия. И именно из этого вытекает тот выбор, который мы делаем, приглашая тех или иных лекторов на наш симпозиум. Это не просто ведущие мировые специалисты, это наши друзья, и делиться они будут конкретным опытом, которые они применяют в своей каждодневной практике и которые также, безусловно, сможете применить и вы.